Евангелие Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, посему говорю вам». И далее говорит, не заботьтесь, что есть или что пить, всего этого ищут язычники-то. «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Уж эти-то слова все слышали. Я стараюсь каждое слово, как будто первый раз вот его слышу, и прошу у Бога милости показать, где вот это идет раздвоение. Подойти не просто классически, как говорят проповедники, а вот для Царства Божия надо и дальше все, отвергнуться, поститься, а по-другому. Что мы ненавидим? Ибо одному будет одного любить, другого ненавидеть. Одно, об одном будет не родить, а о другом усердствовать. Ведь речь-то идет не о вещах, которые явно греховные. И мы сейчас посмотрим, что Дух Святой на эту тему отобразил на страницах Библии. Второзаконие 28:48. Когда согрешите, входя в обетованную землю, последний раз выслушать последний урок, что с вами здесь будет. Мы вас вывели из Египта. А вот теперь слушайте. Если вы отступитесь от единого Господа Бога и Иеговы, то будешь служить врагу твоему, которого на тебя пошлет Господь. Не сам по себе враг, а его Бог послал. И будешь ты в голоде, в жажде, в наготе и во всякой беде. Это от Бога. Когда человек избирает такой путь, говорит, средний золотой путь, это речь идет о другом, посте. Можем поститься так, что и с постели не встанешь. А можно себе льготу давать и есть досыто. Вот средний надо найти и узнать свои силы. В служении Богу нет среднего пути. Здесь все максимализм. Никаких идолов, ни под каким видом не нарушать главную заповедь. Господа Бога всем умом, всем сердцем. Что бы ни делал, сразу вопрос, я это делаю для Господа. А Господь будет ли здесь? Притом это все в семейной обстановке, на бытовом уровне, непрерывно. Что бы мы ни делали, мы все время где-то начинаем усердствовать, а где-то не родить. Ну что лучше строить храма? А в храме алтарь, а в самом алтаре престол. А на самом престоле, это главное, тут крышка, да еще там помазано. И вот настолько увлеченно сегодня строят, а как будто Боги, а на самом деле к Богу это никакого отношения может и не иметь. Потому что у Бога была задача не храмы строить, когда Сын пришел, а спасти погибающих овец Израиля. А потом ко всему миру пойти. Об этом речи никакой и нет. Вот где усердствовать, а где не родить. Усердствует то, что строит. Посмотрите в храме, какие они понастроили. Иконы, иконостасы. Изъятие церковных ценностей грозит. Какие гробницы. А о деле Божьем полное нерадение. Ни одного проповедника нет. И что выходит епископ, мы слышали, он каждый год повторяет одно и то же. Он минуты не готовится к проповеди, а он слышал, что подряд вспоминает, и вот любая бабушка расскажет, что он говорит. Ты оживотвори Слово Божие, чтобы оно, человек откроет и сразу его как ударило током. Да это как раз об этом, это я не радею о самом главном. Одного будет любить, а другого ненавидеть. Так а нельзя ли как-то, чтобы пройти посередине и никого не раззадорить-то? Нельзя. Истинная проповедь, она обязательно будет вызывать гнев, недовольство. Вы вот что не забывайте. И когда Господь говорил, то засвидетельствовали, что благодать из уст Его. И Он сразу показал, вы считаете себя праведниками. И начал евреям говорить примеры. А вы как думаете, почему Илья был послан в Сарепту Сидонскую-то? Язычники, с которыми знать-то нельзя. А вот к ней теперь на постой станет пророк. А у вас в Израиле ни одной еврейки не нашлось, к которому послать пророка. Я представляю, какая мертвая тишина, как люди запереглядывались, евреи стоят. Второй пример Пилитея. В Израиле разве прокаженных не было? Речь идет о сотнях тысяч прокаженных. Так почему же никого Елисея не исцелила какого-то Неймана? Вы понимаете, ни одного достойного не было. Дальше они не стали слушать. Я думаю, у Христа там еще примеры были. В Библии есть такие. Они с гневом тут же схватили его и пошли свергнуть его с вершины горы, на которой город он не стоял. В
Пропасть. Почему? Проповедь Христа, первая часть, как будто принялась. Вот Стефан говорит проповедь. И говорит о том, как Господь избрал Израиля, как вывел его. Слушают. И они даже не верят, что каменистая почва здесь. Все забыли, как он прекрасно знает Писание. И дальше говорит, вы поклонялись звезде Римфану, не Давидовой звезде, это выдумка все. Никакой звезды Давида в Писании нет, кроме самого Христа. И далее Господь сказал, и как они схватились за камни, люди жестоковыйные. Вот первую часть проповеди, если да, слушает, он просто историю обрисовал, а историю мы легко слушаем. Но когда сказал вы, кого не гнали отцы ваши, припомните хотя одного пророка, у вас железные жилы в шее, медные лбы, Бог говорит. Все. И, конечно, каждый раз знали, что проповедь закончится именно этим. И вывели и побивали его камнями. Павел на Антониевой лестнице, арестованный, обратился к народу, простерши руку, и стал говорить, и замерли все. Это его родная нация стоит, его слушают. И первую часть проповеди они внимательно выслушали. Он нигде не ошибся, потому что он учитель Израиля, раввин. А далее говорит, и когда они не примут, пошли далеко к язычникам. До сего места слушали, а дальше подняли крик и метали одежду, пыль в воздух, не должна жить такому. Вот сегодня проповеди-то, это и нет в храме. А все, ладно, спаси Христос и прочее-то. То есть они ко второй части завершающей проповеди не подошли. Почему? Они сами ее не испытали, вкуса этой проповеди. Испытай хотя один раз животворность обличительного гласа Божия. Будь пророком, не лицемером. Зато он говорит, что ты гнойные раны замазываешь губкой, когда надо вырезать и выжигать, чтобы наше тело не гнило. У хирурга нож острый, он его все время проверяет. У тебя также должно быть, слово должно быть приправлено солью. А если этой соли нету, гниение так и продолжается. И если ты будешь любить проповедь, то остальное у тебя уже на другом месте будет. Первая книга Сарс, 12 глава, 10 стих. Но когда возопили они Господу и сказали, согрешили мы, оставили Господа и стали служить Баалам и Астартам. Господи, теперь избавь нас от руки врагов, и мы будем служить Тебе. И когда я их бил, они, говорит, лицемерили устами своими. Такие мы и есть. Господи, действительно нам очень тяжело. Бог убрал коммунистов от власти. Ну молитвы-то благодарственные, ты нигде не было, опять то же самое. Почему акафист не составили? Благодарственный акафист на крушение коммунистического режима. И такие умники сидят, а сказали, Господи, кого они гнали? Они разрушили храмы, мечети, синагоги. Они всех в ГУЛАГ загнали, что они только не делали. Опять у власти, это православный сталинизм. Это все попы подкидывают такие нам под ноги. Православный сталинизм. То есть христианский сатанизм, иначе сказать. Вот что эти они придумали-то. Ты одного будешь любить, а другого ненавидеть. Если мы будем любить Бога, то мы будем не ненавидеть этот тоталитарный режим. Даже слышать о нем не будем. И вы будете там усердствовать. Надо усердствовать в служении Господу, в построении Царства Небесного. Второзаконие 13:14. Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь. Бойтесь, это значит и страшитесь. Сделать какой-либо грех, тогда об одном ты будешь усердствовать. Я бы это сделал, Бог это не позволяет. Бог запрещает. Вот. И тогда бы не было этих смешанных браков, тогда бы не смотрели наши невесты в мир туда, не ждали каких-то витязей. То у нас свои ребята есть. Вы внимательно посмотрите, один вопрос поставьте. Я Господу Богу хочу служить, а остальное Бог тебе усмотрит. Ты внимательно прислушайся к этим словам. А по-другому где никак не будет. Мы сейчас прочитаем. 1 Царств 7.3. И сказал Самуил всему дому Израилеву, служите ему одному. Простая заповедь. А если ему одному, ну остальные-то в стороне остаются. Служите ему одному. Вот мой вам завет. 3 Царств 18.21. Пророк Илья говорит, если Господь есть Бог, то ему последуйте. А если Ваал, то ему последуйте. Зачем на два фронта играть? Если есть Господь и дал Слово свое, Слово Божие, кто бы что ни сказал, ты сразу по Слову Божию, нет, это не от Бога. Поверьте, то, что я говорю о монашестве, что это антиевангельское движение, какая у них ненависть. Они меня на мелкие, меньше, чем на мощи раскрошили бы. Бог просто защищает и не дает. Я бросил буквально вызов полуторатысячному ходу истории церковной не в том направлении.
Да может быть, если Израиль давно бы к Богу обратился, если бы там тысячи проповедников было. А что они приходили? Посчитайте крестовые походы. До самого маленького в люльке евреев вырезали. Что в России делали с евреями? Куда эти погромы денешь? У меня в книгах-то все это отображено где. А почему? А возлюбили государство, возлюбили императора превыше всего. Боже, царя храни, Бог не сохранил, Бог их не услышал. А почему не запели: Господи, Боже, Библию храни, Господи, восстанови проповедь на должный уровень? Ни одной молитвы даже такой нету. Они не додумались до этого. Да на месте-то царя можно было какие дела-то сделать? Всю Россию обратить к Богу, а ведь не знали. А праздники знали, попаститься, поговеть. То есть внешний ритуал только соблюдался. Господу Богу, может, это совсем ничего не надо, если это все не из сердца. Евангелист Марк 12:23 говорит так. Любить его нужно всем сердцем и всем умом. Это есть больше всех всесожжений, больше наших свечек, больше кадила с ладаном. И все, чтобы не делать, любить Господа Бога. А как любить? Любите меня, соблюдите слово мое, говорит Господь. Евангелист Лука 8:13. И что? Есть люди, которые временем веруют, а временем отпадает, показал. Вот это Богу не угодно. Не временем, так что ты не родишь о Господе. Ты уверовал, теперь заботься с первого дня, как бы нигде заповедь Божию не нарушить. Я видел богобоязненных людей, они на каждом шагу спрашивают, а я делаю это правильно или нет. Они буквально замирают на месте. И только сказал, а в Слове Божьем вот там сказано. Сказано, дорогой мой, смотри, вот как. Все, выписал тут же все. И гляжу, уже заучивает, повторяет. Покажите ревность, что вы любите Господа. Не просто я принял крещение, засох, сижу. Работу свою любите больше. Учатся в институтах, все. А Библию ни разу не прочитали. Да зачем они тебе, образование-то тебе нужны, когда весь мир приобретешь, а душе-то повредишь? Весь разум ты можешь посвятить на научное, получить докторские степени. А Бога знать-то не будешь. А я думаю, для верующих звания большие не нужны. Я благодарю Бога, что мне Господь не позволил выше печника подняться. Я жил всю жизнь с разумом, который ничем не был обременен. Во время работы я все время мог размышлять о Боге. Послание к Титу 2:3. Чтобы не порабощались пьянству. Это о том, кого будете больше любить, кого ненавидеть. Порабощенное пьянство – это рабы, они Бога не любят. Те, которые курят и говорят, верующий, вот не могу бросить. Не верю. Это рабство табаку. А уж про наркоманию более грубую говорить не надо. Я не могу отстать от матерка. Значит, ты ложное слово любишь больше. Вот эта грязь для тебя дороже, чем слово Божие. Об одном будешь усердствовать, а об другом не родить. Это все к этому относится, к служению. Вторая книга Ездры, 8:76. Бог дал нам пропитание во время порабощения нашего, и в порабощении мы не были оставлены. Почему? А потому что Израиль в порабощении обратился к Богу. Вот тут они теперь его вспомнили. И когда закончился плен, стали подводить итог. И в порабощении ты нас не оставил. Почему сегодня многие так оставлены? Такой идет ропот везде. Потому что Бога не знает. Ты бы знал, сколько людей в мире сегодня, речь идет о миллиардах, которые нам завидуют, как мы живем. Ты только подумай, у людей есть живут, которые досыта не едят. И каждый день, с утра до вечера, сутки закончатся, 70 тысяч человек умирает каждый день от голода и недоедания. У нас ни одного такого нет. Да люби Господа Бога за то, что Он все дает и слаб, непрерывно, не просто «Отче наш, хлеб наш насущный». Господи, это хлеб-то какой хороший. Да как я благодарен Тебе. Ты простыми словами говори, рядом стоящий ребенок услышит. Слова Твои не напрасно падут. Возлюби этот хлеб, даруемый Господом. К Филиппийцам 4:6. И не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. А зато, говорит, кто заботится о земном, тот потеряет и земное, и небесное. Открывайте свои желания перед Богом. А какое желание? Господи, научи тебя благодарить и перейти к словословию. Я так в этом нуждаюсь. Научи видеть во всем великую твою милость. Мирное время продолжается. Жизнь продолжается. Разум сохранил. Сколько всего, за что Бога надо славить. И не забывай каждый день спрашивать у Бога. Господи, а таланты у меня зарыты или нет? Я их раскрыл, ты себя не знаешь. И скажу, пока ты дома сидишь, ты себя не знаешь. Люди, как камни, шлифуются друг от друга.
смотрите, у нас пустой храм сегодня, ну, половина даже людей нет. И вы не думаете, что они выехали из города? Нет, это привычка, два раза не сходил, уже идти незачем. Я слышал об одном человеке, когда умер, ну, и обычно вспоминает какие-то его дела. А вы знаете, вот этот человек жил на краю города, 85 лет, правильно. А вы помните, чтобы он пропустил хоть одно богослужение? Никто не мог припомнить. Скажите, а у него дети были? Шестеро ребятишек было. Болел он, да, болел. Странно, почему же он никогда не пропускал? Вот он оставил пример. У него на первом месте стояло пребывание с Господом, а теперь все явилось. Ни разу ни одного богослужения не пропустил, ни разу. Я жил возле железной дороги, кажется, 26 лет. И туда и обратно останавливаются поезда, все время перегорожена линия. С первого дня поставил задачу никогда под поезд не лазить. Никогда. Обойти его можно, дождаться или через площадку перелезть. Никогда ни разу. И всем выдавал специальное удостоверение, если ты ко мне пойдешь и залезешь, больше ко мне не ходи. Я жил около 15 зарезанных людей, только видел здесь, рядом, напротив моего дома. Молодых и старых. Так почему же душу-то ты свою так не ценишь? А можно я с друзьями, товарищами проведу Новый год? Ты не под пояс лезешь. Ты понимаешь, что сатана тебя там и уловит? Ничего общего не может быть. Прибыть можно, я приду. Но ты приди туда, может, Слово Божие возьми. Даже за стол не садись. Смотри, фикус как растет. Поблагодари Бога, порадуйся. При первой возможности вводи туда весь арсенал сокровищ твоих. По самой, говорит, рукоятку меч воткни. В бесчестие, в беззаконие. 1 Коринфянам 7:33. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Вот, значит, все сердце у женатого не может быть отдано Господу. Ну, так Господь, это всегда, не всегда, конечно. Бывает так, но в большинстве случаев именно так. И далее. И незамужняя так заботится о Господе. Как угодить Господу? Чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Вот, всем умом. Замуж собирается дочь твоя? Или сын жениться, ты ему в первую очередь скажи, у тебя забот будет много. Апостол Павел, герой веры, говорит, а мне вас жаль, сколько у вас скорбей будет. Ты посмотри на этих женатых, у которых дети есть сегодня. Их нигде буквально нет. Да ладно, еще ревнует как-то маленько. Но разве женатый совсем далеко? Я был знаком с женатым, и у него 10 детей. 10. От церкви 60 километров до Новосибирска из Искитима. Ни разу, никогда не пропустил службу. Никогда. С ночевкой ехать надо. Это ревность. Он любил Господа при наличии такой большой семьи, всем умом, всем сердцем. И он обо всем остальном не родил. Его нельзя было оставить на работу в субботнее время никак. Он говорит, две смены работаю всю неделю, две смены. Семья большая, специалист по многим областям, но здесь я не могу. А работа самая простая, слесарь, лекарщик, токарь, он, все. Любую машину мог поставить на ноги. А вот здесь я люблю Господа или не люблю. Вот определяется и тем, как мы ходим в храм. Захария 11:16. Я поставлю вам пастырей, которые о погибающих не позаботятся, потерянную не будут искать, здоровых не будут кормить. А почему? Да другого мы не достойны. Как говорит, Бог дал бы хуже, да не нашлось. И вы думаете, что у нас случайно, что пастырь с нами, епископ, он совсем ведь не такой был. Бог видел наши молитвы, смирение и как устроил. Он, батюшка, рассказывает, что там архиерей был, вышел домой и запел пасхальный канон. А батюшка в это время заходит и сам идет, и не слышит, что архиерей уже пришел домой, такое настроение, и тоже идет, и пасхальный канон поет. Открыл архиерей на него, откуда ты узнал, что я пою? Вот такое настроение Господь создает среди Великого Поста. Уста сами произнесли о воскресении, главный гимн, потому что воскресшие души перед глазами были. Евангелие от Луки 10:34. Он говорит о том, чтобы всей силою заботиться о падших. И вот он привез его в гостиницу и позаботился о нем. Можем ли мы сказать, что он приложил все сердце к этому? Конечно, он поставленный в этот пример. Если о ком-то мы заботимся, пишем, говорим, звоним, где, все ли мы вкладываем, что у нас есть? Часто ли мы сами себя, для себя цензорами делаем? Я скажу, а там не примут, я скажу, обидятся. Да нет, лучше промолчу. Нет.
Это не любовь от всего сердца. Если ты любишь, говорит, то, ну, в первую очередь, Бога люби. А ведь о мамоне, работа, институты, это чрево нас побуждает к этому. Это главное, это все-таки чрево. Ну, не думай, что ты институт кончил, и вдруг тебя на руках будут носить. Нет, конечно, там тоже надо много работать. Евангелие от Луки 10:40. Марфа же заботилась о большом угощении. Оказывается, и большое угощение иногда мешает до конца породеть о деле Божьем. Поменьше об этом заботьтесь. Я вот готовлю, когда пищу, мне готовят, правда. Но если я дома бываю, когда никто не готовит, я трачу на это время намного меньше, чем жена. Совсем. И пищи никогда не была такая, чтобы, ну, совсем желудок не принимал. Да попроще все. Один раз, правда, я попал в просак в Москве, собираюсь, я говорю, знаете, ничего не готовьте, только картошку нечищенную. Они переглядываются, оказывается, у них ее как раз и нету, и деликатес. Самое простенькое, мы собрались на дело Божие. Мы раньше собирались по домам, нам негде было собираться, в университете не было. И кому собирались, всем хотелось угостить. Ну, другой прям изысканный обед. Никак не мог от этого. Все боялись, как бы его не осудили, видимо. Ну, хорошее это дело, Марфа нужна. Но об одном будешь заботиться, о другом не родить. Христос нам сказал. Ну, не так уж много это надо. Сираха 31:27. Открытое и доброе сердце заботится и о снедях своих. То есть о питании. Как приготовить. Заботится, оказывается. Но в какой мере? 3 Ездры 8:51. А ты, Ездра, заботься о себе и подобным себе ищи славу. Какое прекрасное место, я его люблю повторять. Заботься и ищи им славы. Бог дал нам право ходатайствовать перед Богом друг о друге. Как только узнали, у кого что-то не ладится о здоровье, мы просим. А ты видишь, человек охладел, не приходит в храм. Вот приди сейчас и скажи, кто не пришел сегодня? Я сегодня всех помяну перед Богом. Вот, огляди еще раз, да запиши. А то поминальники пишите, кого нет. А ты запиши, чтобы на молитве конкретно об отсутствующих. У нас еще таких нет. Надо записывать будет. И отдельно о них начать молиться. Хотя не знаю, повлияет ли это на них. Сирахов 4:23. О лишнем не заботься. Вот представляете, сколько здесь работы лишнее. Начиная от вешалки, от дома и начиная смотреть, что лишнее. Об одном будешь заботиться, о другом не ради. Чем больше ты времени тратишь на другое, не на Слово Божие, не на помощь ближнему, это время уже ничем ты не вернешь. Никак. Все время ищите вот этот ориентир. Что важнее? Что главнее? Сирахов 42:15. Заботься об имени, ибо оно пребудет с тобою доли, нежели многие тысячи золота. Значит, об имени, если ты уверовал, какое имя? Христианина, конечно. Чтобы не было никакого поношения, прямо породеть об этом надо, чтобы никто не упрекнул никогда, не сказал, вот верующий, смотри, чем занимаются. Если ты верующий, тебя могли упрекнуть только в одном, что ты обличительной проповедью не понравился кому-то. И это надо все время ставить себе как в рамку. А вот я забочусь об этом, а как мое имя здесь? Не опозорено ли будет? Не просто так выйти. Некоторые говорят, да я бы вышел, да я за собой такое, знаете. Знаете, вот в 15-м томе мы собрали, кто давал какие свидетельства, как обратился. И те, которые не написали, это не думайте, что они не случайно. Так некоторые не написали. Почему? А жизнь состояла вот не из прямого хода, а из падений. То какой-то грех был, а писать наполовину, он понимает, нельзя, и они под разными предлогами так удалялись, и не написали, и потеряйки здесь, и тут. Это означает, они еще не умерли. Совесть в них обличила их. Если он напишет половину, это не биография. А как пришел к Господу? А пришел к Господу, ты напиши, и как ты отступал от Него, и как ты возвратился. Но они дальше этого не пошли. Притча 23:4. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли. Заботишься, что одну машину, другую возьму, там, так, гляжу, эти мобильники, фотоаппараты, и живут у нас неплохо люди. Если одно другим будешь все время заменять, и ты никогда с работы не вылетишь, и там и будешь пропадать. Поверь, у тебя времени не будет для дела Божия. Нужно научиться жить очень скромно. Скромности абсолютно во всем. 1 Тимофея 4:15. Не ради о пребывающем в тебе даровании, но заботься, дабы аж успех твой для всех
был очевиден. А как вообще? Надо заботиться, чтобы все видели успех, он сам по себе покажется. Вот почему говорит, что никто не может служить двум господам. Нам все время предлагается выбор. Всегда. Что-то с чем-то заменяется. Воскресный день. Я могу пойти, а могу не пойти, пойду домой. Нам много мешает квартиры. Я думаю, что больше всего мешает? Квартиры. Теплое местечко, уголок, свой столик, я приду. А тут идти по чужим квартирам, свидетельствовать. Можно остаться на занятиях. Да и сегодня бы я пришел, да дорога скользкая. Знаете, отговорок очень и очень много. На первом месте любовь. Иначе об одном будешь заботиться, а о благовестии будешь не родить. Да не будет этого с нами. Аминь. Аминь. Воскресенье.